Ребят, всем привет. Хочу сделать ряд прогнозов на английскую премьер-лигу, где Челси играет против Бернли, Лидс играет против Лестера и Вест Хэм принимает Ливерпуль. Также Брайтон будет принимать у себя дома Тоттенхэм. Что касается матча Челси-Бернли, здесь я могу сказать, что пора уже Челси все-таки побеждать. Хоть сейчас и Бернли на подъеме, я думаю, что здесь нужно ставить на победу Челси в один или два мяча. Лестер с Лидсом, я думаю, что они обе забьют, и скорее всего, что будет ничья, потому что у Лестера на данный момент отсутствует Джимми Варди, и последняя их игра закончилась победа Лестера, но во всех трех голах участвовал Джимми Варди. Уже четвертый гол забили они там с пенальти. Уже без Джимми Варди, но имею в виду, что, скорее всего, будет сложновато. Лестеру, я думаю, что здесь обе забьют и будет ничья. Что касается Вест Хэма и Ливерпуля, Ливерпуль одержал победу над Тоттенхэмом и ворвался обратно в топ-4. Вест Хэм стремится в Еврокубке. Я думаю, что это будет непростой мяч. Я думаю, что здесь будет тотал больше 2,5 и обе забьют. Что касается Брайтона и Тоттенхэма, я скажу, что здесь будет, в принципе, упорная борьба. Брайтон у себя на поле и не захочет проигрывать. Тоттенхэм уже надо выиграть в любом случае. Здесь я бы поставил на ставочку обе забьют. Брайтон, Тоттенхэм. Вот такие вот у меня прогнозы на АПЛ.